collection. Yes. Сегодня по радио сказали, по радио утром. По телевидению. Что они вам сказали? По радио. В 11 часов сбор на площади Конституции. И что сказали? И что отсюда начнется марш мира и пойдет по улице. Вот мы сейчас с работы. Смотрите, вас передавали. И вышли все встретить. Да, большое вам спасибо, и мы тоже, да. У нас это большое с удовольствием. С доброй душой мы остались так встречались с теплым словом. Это прекрасно, конечно. Такая встреча удивительная. Впервые, можно сказать. Мы очень рады с вами встретиться, увидеть вас, поговорить обо всем. Конечно, мы желаем вам и всем только мира, дружбы, мира. И почаще такие встречи. А какая особенность вы думаете по поводу этого марш-мира? Почему это особенно? Как-то ну, среди с тем, что угроза ядерная возрастает, так это вот особенно сейчас, конечно, важен ваш этот рейд. Миссии мира. Да. Чтобы было чистое чтобы небо. Мы поняли друг чистое друга, небо наконец. Над головой всегда светлело солнышко. Всем для детей, для всех, чтобы была только одна радость и дружба. Как вы думаете, такой марш? Почему это помогает, этот марш? Да понимаете, вы люди и мы люди. Да. Вместе соберемся, поговорим, договоримся. Это самое хорошее, самое лучшее. Так что это очень эффективное средство. Да. Наше правительство будет больше понимать ваше, когда мы сами договоримся. Так что это замечательно. Вы думаете, что советские государства будут слышать, о чем вы говорите здесь, что мы требуем мира? Да, да, да. Конечно. Я в этом уверен. Это по телевидению будет все. Обязательно. И реакция какая получается, когда видите такой марш? Вы знаете, это положительная реакция, хорошая. Это приятно. Главное, чтобы у вас тоже это увидели. Даже затрагивает все. Мы вас не знаем, мы вас не видели, понимаете? Нам приятно вас посмотреть. Вы живете за океаном, а мы здесь. Какие вы, какие мы. Косы и все. Вы также мы с чистой душой. Просто мы восхищены, что вы проделали такой большой путь, такие трудности преодолели. Мне даже там где-то и вам большая, конечно, благодарность за все это, что вы все оставили, свои дела, и ради этого большого дела пошли по всей вот стране. Скажите, пожалуйста, почему вы думаете, что между нашими странами сейчас существуют такие проблемы? Ну, только в связи с непониманием. Друг друга не знают, не понимают друг друга. Не договорились. Чаще больше встреч надо, и быстрее поймем друг друга. Недоговоренности на высшем уровне. Так что много причин. Сами мы, вот. Конечно. Сами решим, и все будет так, как мы захотим. Мы навоевали, у нас было много войн. Мы потеряли 20 миллионов 40 лет назад. У меня дед погиб. Вот. И еще много родственников погибло с фашистами в борьбе. Вот. Мы знаем, что такое война, и мы ее не хотим. Все не хотим. Мы хотим, чтобы был мир на земле, чтобы что сказали? Что они сказали? Сказали, что, то есть, значит, добровольцы в Америке, группа, желает пройти, посмотреть нас, поговорить с нами, в общем, создать, как сказать, все возможные для предотвращения. Ну и мы, как говорится, с большой душой все пришли, все поддержали. Мы ждали вас, ждали. Мы давно знаем об этом, давно сообщили. Мы ждали. Это больше месяца, да? Да, у нас газеты, телевидение давно сообщали. Но все международные события хорошо показывают, хорошо. Вот, поэтому знали давным-давно. Вот это
building. А вы детей? We walk, we work. Мы гуляем, вы работаете. Да, 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 да. Разделение труда. Чего это здание? Мы будем гулять. Дом. Жилой дом. 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 Жилой дом. Building. Строители? No. Нет. Мы инженеры. Инженеры, да? Да. Мы помогаем в стройке. Чем скорее построим, тем скорее въедем туда. Понятно? Так, если. Для себя строим. Для себя, наш дом. Вы там будете жить? Да. Да. Yes. Это будет ваш дом? Наш. Да. Наш хаус. Значит, вы работаете бесплатно сейчас? Бесплатно. Это бесплатно. Будет кооперативный дом, да? Нет, но... государственный. Да. Пойдемте с нами поработаем. Чего мы заработаем? Бесплатно, пойдемте с нами. Нет, с удовольствием. У них своя программа. Мы не входим в их программу, да? Посмотрите. Попадем в историю. Слов, слов, слов. This is fine. Yeah, yeah.
7043. Yeah. Speaking to this. А вы можете нам сказать, пожалуйста, вы считаете себя как какая музыка вы любите, можно сказать? Мы поклонники heavy metal. Как вы любите американская музыка? И американская тоже. А вы были солдаты? Да. Когда закончили? 4 года назад. Нам интересно знать. Как здесь между молодежью, как относятся с военными? Военные такие же парни, как и мы. Просто они сейчас. Спасибо большое. Ну, мне интересно знать, мод здесь, особенно, скажем, для девушки. Для девушки это более как интересно, если это солдатом или нету. А особой разницы нет. You're getting some stiff answers, it sounds like. Yeah. Ваша одежда – это выражение ваших мыслей. Мы оправдываем свое название. Подробнее чуть-чуть объясните. Мы называемся металлистами, а наш внешний вид только говорит за это. Еще чуть-чуть объясните. Я не понимаю, что еще. Скажу, что металлисты во всем мире одеваются так, и мы, в принципе, не собираемся. Существуют законы этого стиля, мы не можем выходить за рамки этих законов. Вы не считаете, что это подражательство? Нет. Наши хоккеисты все в мире одинаковые. Скажите, пожалуйста, несколько слов по поводу, почему вы думаете, между нашими странами сейчас такие проблемы существуют? Потому что мы мало устраиваем подобных встреч. И что можно сделать дальше? Нужно чаще встречаться, регулярнее видеть. На уровне как раз вот простых людей, не... Не наверху, не в правительство, а вот простых людей. То есть общаться вот так вот свободно, как сейчас мы. Мы можем сказать, что вина вообще это всего правительстве? Это военно-промышленный комплекс. И у нас, и у вас? Нет, ваш. И у вас никакой вина нету? Мы вынуждены следовать этому, потому что навязывают гонку вооружений правительство США. И что мы можем сказать народу Америки по поводу этого? Что советские люди не хотят войны. Они хотят мирного сотрудничества.
А как мы можем останавливать такое бега оружие? Как останавливается? Нужно устраивать больше... Да. Нужно устраивать больше марш мира и говорить своему правительству, что американцы и русские не хотят войны, не хотят крови и смерти. Среди советской молодежи есть люди, которые негативно относятся к этому советско-американскому походу? Нет, я думаю, что нет. Мы не встречали. Это нужно. Уважаемые товарищи участники похода. Скажите, пожалуйста, как вы узнали по поводу этого похода? Это широко освещалось в средствах массовой информации у нас. И когда вы слышите по поводу этого, вы думаете, что это модно, интересно, или только для таких, как, которые неинтересны, скажем? Это нужно, марш. Интересно. Этот марш нужен только участникам похода или всем людям в Советском Союзе и Америке? Всем. Он нужен всем, без исключения. Не только в Советском Союзе и Америке, но всем людям во всем мире. Оружие зарывать надо, ломать его. Как топоры раньше зарывали, так и оружие ломать надо. Тракторы делать надо. Вы считаете, что в Америке есть разница между администрацией, правительством и народом? Конечно. И у вас? И у нас такое случилось. Разность есть? Есть. Объясните, пожалуйста. Ну, не все идет так, как должно идти. Но мы с этим боремся. Громче говорите. Для вас говорят, что вы там шумите. Металл – это музыка агрессивная. А поход – это за мир. Как это вот вместе складывается в одну идею? Поход тоже активно действует. Ваша одежда не совмещается, понимаете? Мы считаем, что совмещается. Почему? Вот наши американские друзья так не считают. Ну, я хочу сказать, что они выглядят более миролюбивее, чем вы. В этой одежде, в общем-то, наводит некоторый такой ужас и страх. Даже. Почему вы так думаете? Это вам мешает, что ваши граждане так ходят? Это мое такое мнение. Я хочу сказать, что, например, мне трудно вот это все надеть и представить на себе. Это выглядит немножко даже, можно сказать, воинствующе, агрессивно. Это мое такое мнение. Против кого? Против кого? Мне кажется, что вот вы выглядите более так миролюбивее, что ли. Это мое такое мнение. Одежда разве выражает существо мыслей? Нет, конечно. Нет. Почему? Почему? Ведь в какой-то мере мы судим по одежде человека. А по действиям и поведению? Наверное, самое главное судить как раз. А вы видели когда-нибудь, чтобы металлисты вели себя агрессивно по отношению к остальным людям? Ребята, пошли немножко, встали, чтобы было нормально. Почему у нас вот в городе металлисты не проводили такой марш мира? Металлисты в три человека. Например, в черте города почему не проводили? Вот мы не видели такого. Только одна одежда говорит об этом. А вы только нас критикуете. А были у вас столкновения, может быть, вплоть до физических, с теми людьми, которые не признают вашу одежду? Нет. Вы знаете, что у нас в Америке мы бороться за мир, мы меньшинство. И много нашего народа смотрит к нам, как вы смотрите на него. Точно так. Как вы относитесь к этому? Понимаете, мы меньшинство у нас. И наш народ смотрит к нам. Точно самое такое отношение, как вы ему смотрите. Точно такое. Вот, я тоже хотела это сказать. Нет, наверное, все-таки главное. Но вы здесь нам очень хорошо принимали. У нас не так. У нас, наш народ, иногда нам принимает тот же самый такой вид, как вы говорите с ним. Вот так. У нас старшее поколение против, понимаете, металлистов. Я общаюсь со старшим поколением и слышу, это ужасно, как они выглядят. Это ужасно, конечно. Их мамы тоже говорили, когда они одевали штаны, что они тоже ужасно выглядят. Вы брюках ходите? Я хожу. 20 лет назад в брюках никуда не пускали. Причем здесь одежда. Пределы женственности. Я говорю об атрибутах, вот этих атрибутах, понимаете, это выглядит грозно. Раньше женщинам губы нельзя было красить. Нет. Вы, пожалуйста, не обособляйте. Пожалуйста, не обособляйте. Есть но. И разница очень большая. Это дело времени, дело вкуса. Сейчас меняются. Юдас. Главное, по делам людей судить. Вы можете мне сказать, как вы относитесь к такими молодежами? Я вот что скажу. Я в 45-м году меня освободили с концлагеря Дахау.
Я очень приветствовал, когда американцы меня освободили с Дахау. И мне хотелось бы дружбы.